Ушел из дома и не вернулся. Так начинаются многие истории поисков пропавших людей. Беда едва не случилась и в семье Екатерины. Ее пожилой отец без присмотра уехал из сада в город. Где искать его в многомиллионном Челябинске, семья не знала. Спасение нашли в уличных камерах видеонаблюдения. Волонтеры предложили просмотреть запись с камер интерсвязи. И один из них действительно заметил на одном из перекрестков моего отца. Волонтеры рассказывают, что с начала года получили более 300 заявлений на розыск пропавших. Опрос свидетелей и обход районов требуют много времени, которого у потерявшегося человека просто нет. Поэтому каждый срочный поиск начинается с просмотра городских камер. Камеры очень сильно нам помогают в плане локализации нашего потерявшегося. Мы можем отследить его маршрут, куда он идет, в каком он состоянии, куда заходил. Помогают поисковикам и видео с домофонов. Их неравнодушные жители присылают волонтерам в официальной группе. Кроме того, домофоны от интерсвязи могут спасти жизнь благодаря кнопке SOS. Она установлена на каждом умном устройстве. С ее помощью можно вызвать экстренные службы. Вы видите кому-то плохо, вы видите рядом с собой посторонних странных людей. В любой ситуации кнопка SOS, нажимаете, удерживаете 5 секунд. И рассказывайте о своей проблеме. Все продукты компании «Интерсвязь» формируют экосистему «Цифровая защита людей». Умные технологии помогают оказывать оперативную помощь в самый нужный момент и дают челябинцам уверенность в собственной безопасности. Это подтвердило и исследование. Соцопрос, проведенный РанХиггс, показал, что более 75% жителей города чувствуют себя в безопасности с умными домофонами от «Интерсвязи». Марина Митрофанова, Павел Востротин, 31 канал.